United Russian Fighters, URF Rest Bowl. И поприветствуем команду Сколково Рестбол. Спасибо всем, друзья, кто тут собрался. Я просто очень рад вас всех тут видеть. Такую большую армию фанатов. Справа сильнейшая команда, слева сильнейшая команда. Нас ждет очень серьезное противостояние 16 июля на ВТБ-арене, друзья. Более 30 тысяч лет назад человек понял, что различные приемы и способы ведения боя могут помочь ему сохранить жизнь и обеспечить себя едой. Это стало началом эволюции борьбы для всего людского рода. Спустя тысячелетия мы так и не знаем, кто первым взял в руки мяч во время игры в футбол. Но мы знаем точно, что в 1848 году студенты Кембриджского университета, не желая просто пинать мяч по полю, выпустили свой свод правил, которые кардинально изменили всем известный футбол. Они назвали игру регби. 43 года спустя студентам из Спрингфилда надоело выполнять однообразные гимнастические упражнения на физкультуре. Заметив это, их преподаватель решил привязать две корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного зала и разделил участников на две команды. Предложил им игру, кто забросит большее количество футбольных мячей в корзину соперника. Он назвал ее баскетбол. И теперь, 131 год спустя, благодаря людскому желанию жить, результату бунтарства молодежи и обыкновенной смекалки, я хочу вам представить квинтэссенцию человеческого духа и стремления к победе. Первую в мире профессиональную лигу рестбол. Уважаемые гости, это наша первая пресс-конференция, поэтому не судите строго. Здесь мы все собрались для того, чтобы показать вам в будущем красивую игру. Собрались все спортсмены, серьезные ребята, серьезные профессионалы, поэтому поддержите нас. Спасибо. Так, представлю вам команды каждого игрока отдельно в лице их президента Роланда Кавали. Игорь Кокоев. Капитан команды Дауд Странский. Захар Езид Амаи. Лендруш Леко Акопян. Расул Мирзаев. Шамиль Джахбаров. Гасанов Магомед. Гасанов Сайпула. Магомедов Махмуд. Мутаев Шамиль. И Ахмед Дибиров Магомед. Также представляю вашему вниманию каждого игрока команды Сколково Рестбол в лице вице-президента Али Магомадов. Капитан команды Радик Валиев. Заурбек Сидаков. Заурбек Коциев. Эрик Джоев. Артур Найфонов. Александр Хадарцев. Чермен Валиев. Угуев Заур. Рашидов Хаджимурат. И Разамбек Жамалов. Мы долгое время вынашивали идею рестбол в наших сердцах и искали подходящие ключи к ее реализации. Мы прошли через огромное количество трудностей. И сегодня, несмотря на это все, мы находимся здесь и творим историю вместе. Рестбол – это больше, чем просто игра. Рестбол – это больше, чем просто спорт. Рестбол – это революция в ваших сердцах.
и мы намерены их завоевать. Родившаяся много лет назад на борцовском ковре разминка сегодня имеет целый свод укомплектованных правил, благодаря которым она и стала игрой под названием рестбол. Развитие рестбол как высокооплачиваемого вида спорта – это наша цель. А сделать из маленькой истории большое будущее – наша задача. В сентябре этого года стартует первый чемпионат Кубок Гран-при из 8 команд, победитель которого получит главный приз – 10 миллионов рублей. А представлять кубок 16 июля на ВТБ-арене на первой выставочной игре будут две команды – команда URF и команда Сколково Рестбол. Приобрести билеты на это событие вы можете по ссылке в описании под этим видео или получить абсолютно бесплатно, пройдя короткую регистрацию на сайте наших партнеров Winline, введя промокод BOL. Да-да, здравствуйте, меня зовут Евгений, с Ростова-на-Дону. Я вот эту игру первый раз слышу, да? Вот мы собираемся с ребятами, в рэкбол играем. Все-таки отличие рэкбола от вашей игры. Рэстбол играется на матах, рэстбол играется с опущенными кольцами на 2,70. В рэстболе есть желтые карточки, есть красные карточки, есть удаление. В рэстболе можно нападать только на игрока с мячом. Игроки без мячей друг друга не держат, как в рэкболе. Идет именно баскетбол с борцовскими приемами. Также у нас есть одно такое отличие важное. У нас в каждой игре, перед началом игры, начинаются схватки по борцовским правилам. Это схватка за мяч. То есть тот борец, который выигрывает, та команда начинает игру. Также после каждого периода, периодов у нас три периода по 10 минут. После каждого периода также одна команда выставляет своего борца, другая команда выставляет своего борца, и у них проходит схватка по вольной борьбе, 2 минуты. Борец, который побеждает, приносит своей команде 2 очка. Выходит, получается, если даже команда, которая лидирует в очках, правильно, да? После окончания каждого периода проигрывает схватку в борьбе, получается, что мы проигрываем игру после каждого периода. Если, например, счет 2-0, мы выигрываем. Прошла схватка после каждого периода, борцы нас забороли, например, 2-2. 2-2 становится. И так каждая игра. Ну тогда это игра для борцов. Тогда вам нужно просто больше забивать? Или больше борцов брать в команду. Или больше это борцов. Это для вас. Одного борца возьмите, а то будете летать нас страшно. У почти все борцы, кстати, ребят. У вас? Да. О. Борцы и бойцы тоже есть. О, отлично. Да-да. Ребят, представьте, еще... пожалуйста. Да, Василий зовут меня из Ростова-на-Дону. Вопрос еще, где ознакомиться можно с правилами рестбола? Мы вам все покажем обязательно. Каждой команде все пришлем, правила прочитаете, ознакомитесь и, пожалуйста, в бой. Спасибо. Да, всем добрый вечер. Меня зовут Сергей, я капитан команды по рэкболу города Сочи. Хотел поинтересоваться такой момент. Если удаление происходит, да, вот в рэстболе, то игрок выходит по забитию мяча в кольцо или как? Ну? Нет, удаление происходит на 1 минуту. Как только истекает время, игрок может сразу же врываться на ковер. То есть, если команда забивает, противоположной разницы нет, в какое кольцо, игрок до сих пор сидит. Минута проходит, все. Сразу выбегает. Все, понял, все, спасибо. Это значит после красной карточки? После красной карточки, значит, да. Значит, можно нарушать и через минуту выходить, правильно? 2 красные, нарушил, играешь минуту в меньшинстве. Ну, хорошо, поняли. А правила в рестбола составлял Джабо тоже? Джабо, конечно, принимает активное участие во всем. Также он нас консультирует и с вопросами, и с правилами. Мы с ним много о чем советовались. Так что он тоже причастен к этому, конечно же. Как организация, вы не волнуетесь, но не боитесь, что с других команд вы получите недопонимание таких правил? То, что борьба 2 балла. Ну, мы же все понимаем уровень там борцов и здесь, например, борцов. Можно взять борцов в каждую команду. У вас же есть брат, там олимпийский чемпион. Мы же все понимаем, что там чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Кого нам надо взять? Ну, если мы только все может быть. 3 на 1 будем можно бороться. Можно выталкивать же за круг. Ну, мы можем вот 3 против 1. Если выталкивайте за круг и зарабатывайте баллы. А давайте пускай они будут бороться, а мы возьмем перчатки, будем боксировать с ними. Так же лучше будет. Боксировать нет. Я Артур думаю, это объясняется легко, потому что это игра в рестбол. От слова рест нужно бороться, вам нужно научиться.
ничего не остается вам. Эта игра называется «Рестбол», а слово «рестлинг» и «баскетбол». А этот, можно вопрос вот команде вашей этот, такой? Вы сейчас переживаете, что там будет борьба 2 минуты, да, вот как, после каждого периода? Ну, вашим борцы сидят там. Как я заметил, там борцы сидят. И, ну, будем выставлять тоже ровный спарринг-партнеры, так сказать, с ними. Вы запереживали, что они слабые борцы, что ли? Нет. Слушайте. Усомнились в ваших борцах, что ли, получается, да, или как? Смотри, мы, во-первых, не разочаровались и как-то не запереживали, да? И просто есть вопросы, которые, учитывая, что мы две команды, мы между собой можем задать те вопросы, чтобы люди со стороны, другие команды, тоже знали бы правила и какие-то... Это те вещи, которые не только нам интересны, это тем, ну, всем людям интересны, правила. В любом случае, уровень борьбы, если вопрос задает, мы в своей команде, грамм не сомневаемся, игра будет хорошая. Уровень борьбы, если вы говорите, тут зависит от того, ну, мы своих, у нас борцы тоже лучше. Ну, у вас сборная олимпийская в каждом весе, да, там есть. У нас такая, мы говорим о том, что если мы будем выигрывать в игре, у нас будет шанс проиграть именно только в борьбе вам. Вот и все. Договорились. И еще такой момент есть, вот Расул на меня так, знаете, грозно смотрит. Я могу перчатки одеть, с тобой пободаться, братан. Если хочешь, можем там минуту по борьбе, минуту по боксу хочешь, брат. Я по Расулу, да? Он вот так, знаешь, грозно на меня смотрит. Тогда все, брат. Это все было сказано к тому, что на будущее, чтобы все команды, которые будут формироваться далее, сейчас уже у нас сформировано 8 команд в лиге, это говорится для того, чтобы делали акцент именно на борцах. На это можно заработать дополнительные баллы, выиграв схватки. А также научиться делать данки, потому что данк приносит также команде дополнительные 2 очка. Борьба из-за чего происходит, вот эта схватка? Борьба происходит в начале игры. А, за мяч, да? То есть за мяч, да? И после каждого периода. А борьба по вольной? Очки. Борьба по вольной или по классике? Вольная борьба, да. Вольная, да. Кто забирает 2 балла, тому мяч команде отдается. Кто просто выигрывает схватку по борцовской системе, так. Та команда зарабатывает 2 балла. А на схватку сколько дается? По вольной? 2 минуты. 2 минуты, да? Все. То есть вольники борются 2 минуты. Да. Все, понял. Спасибо. Я задам немножко скучный вопрос, который, может быть, помирит немножко борцов с бойцами. Я первый раз вообще этот вид спорта увидел в кино, в фильме, если не ошибаюсь, назывался «Чемпионы». И первый раз именно про путь Карелина к его борцовским, в общем-то, всем победам, да, и вот он так журналиста пригласил поиграть по-дружески в баскетбол. Выяснилось, что баскетбол с борцами – это такое отдельное мероприятие. В общем-то, я так понимаю, что вот даже зрители вот на арене ВТБ, которые увидят игру первый раз, будут скорее сравнивать именно с этим моментом. И вот у меня вот вопрос был такой скорее и к той, и к другой команде. Понятно, что у команды борцов это получается, фактически это исторически ваш вот способ тренировки. Для вас ничего нового, в общем-то. Для вас, ребят, скорее ближе, наверное, баскетбол. А возможность подраться просто добавляет некого, может быть, фана. Мне бы интересно было узнать именно чисто вот ваше отношение к этому виду спорта, с учетом того, что уже есть историческое, еще с советского времени, действительно такой бэкграунд этого спорта, ваше личное отношение. То, как вы друг друга будете класть на маты, мы посмотрим 16 числа. А вот именно ваше отношение к самому новому виду спорта, новому русскому виду спорта, вот это хотелось бы услышать. Отношение к рестболу? Какие отношения у нас к рестболу? Да, в Дагестане мы вот играем. Рестбол, да. Все борцы в основном играют. Все борцы, кто занимается единоборством, они все играют. Но здесь для нас ничего нового нет. Да. Рестбол это для нас одинаково, да, там такого нет ничего. Мы относимся хорошо, да, без всяких проблем. Вы увидите хорошую игру. Там, я просто когда... Поиграть. Я когда наблюдал за вашей тренировкой, открытой, я не видел, чтобы вы пытались именно пройти в игрока с мячом, бросить его, сделать ему бросок. А игроки команды Сколково Рестбол очень часто это делают и постоянно просто ловят, нападают, налетают на игроков с мячом. Не, можно, что так тоже можно. Так тоже можно делать, проблем нету. Ну, смысл-то нам какой? Смысл надо забить? Смысл забить обязательно. Меньше сил потратить, так? Шамиль Мутаев очень хорошо забивает, кстати. Да, это так, да. Трехочковый. Это иногда.
Наша первая задача – это забить гол, так? В корзину. Конечно. Наилегчайшим как бы, способом. Если ты будешь с каждым бороться за мяч, то там у тебя сил не хватит. Из-за этого, если ты больше в пас как-то играешь, и все, да. Игроки команды URF, вот эта вот пятерка, они очень сыграны между собой. Я наблюдал за их игрой. Там один, на той стороне сидит один наш игрок, Хаджмурад Рашидов, он знает это все. Он с нами уже... Хаджмурад Рашидов. Он с нами в одной команде 5 лет. Он с нами в одной команде 5 лет играет. А сегодня даже больше, на да? противоположной стороне? Ну, мы посмотрим. Мы посмотрим, может, на этой стороне тоже будет. Кто знает. Это получается, что он знает ваши слабые места, да? Но он это не скажет. Ну, это и нам не надо, мы и так вас пройдем. Но у нас так, нету слабых мест. Чисто для информации, я вот хотел уточнить. Да, вот как он говорит, Махмуд, у нас слабых мест нету. Ну, посмотрим на это. У вас уже есть слабое место, он уже с нами играет. Это значит, у вас появилось слабое место. Да, может, он в вашей команде, да, но так он в нашей команде, чтобы ты знал. У меня вопрос к обеим командам. Скажите, пожалуйста, если ваша команда, например, проигрывает, и есть задача обязательно, ну, выиграть, вы хотите выиграть, понятное дело, будете ли вы, например, применять такие способы, как в баскетбол, например, иногда там подпрыгивают специально, там, локтем задевают, или какие-то такие, или специально сносить, прям вот, у одной команды есть сильный игрок, и вот соперники будут говорить, там, вот, нападаем именно на него, попытаться, то есть, сильного игрока выбить из строя игры. Будет ли у вас такое, и как вы отнесетесь к такому, если вдруг случится в чью-либо сторону? Двух команд все участвуют, профессиональные спортсмены, и у каждого есть свои старты. И все мы, наверное, за честный спорт, наверное, чтобы специально кого-то сломать и травмировать, но никто не будет пытаться. И в начале игры мы руки пожимаем, начинаем игру, и в конце, какой бы результат ни был, руки пожмем и в братские отношения разойдемся. И все равно... Здесь бойцы, боксеры, там борцы, и все равно в спортивной жизни мы дружим, общаемся, и в дальнейшем все равно эта роль на нашу дружбу и братство, она не поменяет ничего. То есть эмоции никак не смогут надо взять власть? Во время игры будут страсти, эмоции, это по-любому, но после, самое главное, после игры руки пожали и расходимся, как бывает в борьбе, например, да, допустим, на ковер уходят два человека, они руки пожимают, судья дает свисток и борется до конца. Там во время схватки бывают контакты, да, жесткие контакты, столкновения бывают, но это не влияет на дружбу и после схватки, и после игры расходимся дружбой. Главное, во время игры играем. Во время игры играем жестко, но расходимся дружно. Да. А команда сколько что ответит на этот вопрос? Не, я согласен с тем, что сказал наш друг, мы согласны с ним, но бывает, эмоции берут вверх на самом деле в каких-то ситуациях, может грубое что-то будет. Но и в борьбе случаются драки, часто мы видим, что турниры происходят, там массовые драки происходят. Конечно, не хотелось бы, чтобы у нас произошла какая-то массовая драка, но на борьбе бывает такое часто. Да, случается, да, и они в курсе, и они знают это, мы знаем, и в любом случае он прав в том, что после игры нужно пожать руки. Во время игры не исключено, что будет грубая игра, потому что все хотят победить, как уже кто-то говорил, бескомпромиссная будет игра, поэтому мы не исключаем грубости, но в любом случае после игры пожмем друг другу руки. Все согласны, я думаю. Спасибо. Также я хочу еще подчеркнуть так, что в конце игры 16 июля пройдет жеребьевка. На этой игре будут присутствовать все 8 команд, которые заявлены на кубок. И у нас будет проходить жеребьевка, которая расставит все команды по местам, кто с кем будет играть. Команды вам мы раскроем название, но 8-ю команду оставим маленькую интрижку, чтобы все ждали. Первая команда у нас Сколково Рестбол, URF Рестбол, Асата, White Lions, Белые Львы, команда Правда и команда Гризли и команда Кобра. 7 команд, 8-я команда будет сюрприз. Всем привет, меня зовут Артем, у меня первый вопрос. Подскажите, будет ли какая-то трансляция, если будет, то где? Прямой трансляции не будет. Все будет записываться и после выложено
на YouTube. Все, спасибо. Ну и команде РФ победы. Газуйте, ребята. Мы за вас. У меня еще один такой вопрос. Все в социальных сетях, наверное, видели недавние рилсы, выставления с обеих команд, с обеих сторон было сказано некоторые слова. Заурбек Сидаков, у меня вот тебе такой небольшой вопрос. Лендру Шлекова-Копян сказал, что во время такой сильной, жесткой игры, если вдруг это будет, то есть команда ЮРФ может и встретить и снизу. Как ты отнесся к этому обращению? У меня эмоций никаких не было. Я знаю себя, знаю хорошо борьбу, так что он даже не успеет встретить. То есть он не успеет встретить, как ты быстро придешь к нему в ноги? Не главное кузов, главное мотор, так что... Хорош. Мы как бы в регби... Ты просто знаешь, что этого не будет, из-за этого ты так газуешь. Ты знаешь, что у меня к тебе уважение есть, что я не смогу это сделать, из-за этого ты так газуешь. Ну, уважение меня... это... Ну, если бы не было бы уважения, может быть, что-то получилось бы. Да, ничего бы не получилось. Ну, если бы вообще... как бы я и боксирую нормально. Да, ну вот как раз, вот и в правилах можно закинуть, чтобы там три периода прошло, и в конце сделать такой... Ну, 3 минуты тебе тяжело будет, 1 минуту могу. Не, вообще не проблема. 3 минуты. Ну они же будут меня швырять, я давай. Тоже хочу что-то получить от этого. Может уже по ММА сделаем, да. Не только. Мне интересны разные вопросы. Вот, Рокки, например, вопрос к вам. Как вы вообще отнеслись в тот момент, когда к вам пришел Алан с этой идеей о создании рейсбола и чтобы вы представили свою команду? Долго ли вы думали об этом решении или сразу согласились и почему? Нет, думать-то долго не думали. Мы прям сразу дали ответ. Единственное, был вопрос, с кем играть. Мы сказали, что принципиально, если мы будем играть, то мы хотим сыграть с самой сильной командой. Поэтому и ответ мы дали сразу. Правильно? Да, мы договорились сразу, Рокки поддержал нас с самого начала. В любом случае, это новый проект, да, по рейсболу. Ребята создают что-то новое, спортивное. Мы все спортсмены, любим это, что-то новое. Покажем себя, проявим в любом случае. Ребята хотят показать, на что они способны. И дополнительный вопрос также вам. Как вы видите вообще развитие этого вида спорта и что вы ожидаете в дальнейшем от него? Все зависит от организации, конечно. Ну, развитие, посмотрим после, вот на этот ответ, наверное, на этот вопрос можно ответить будет, вот как раз после игры 16 числа на ВТБ-арене, после игры, понимаем. Но масштаб серьезный, мы в любом случае понимаем, что ребята вкладывают не только какие-то возможности финансовые дела, но и труд какой-то, поэтому я думаю, что должно выстрелить. Спасибо, Рокки, за... Спасибо. За то, что верите в нас. Алан, вот у меня вопрос. Какая система вылета в этой игре? И вот еще один вопрос. Если одна команда ведет 10-8, и в третьем периоде другая выигрывает в борьбе 10-10, как будут расходиться при ничейном счете? Или балловая система? Там 1 балл при ничьей, 3 при победе, как в футболе бывает. Я думаю, что при таком раскладе счет 10-8, третий период и... Команда, у нас после третьего периода не будет схватки. Тогда будет 2 схватки. Схватки только 2. После первого и после второго. Ну вообще, ничейный результат вообще, он возможен в игре? Конечно. Какой, да? Ничья, да. То есть есть в игре? Не всегда. Ничья есть, но чтобы вышел один победитель, наверное... До одного забитого? До одного играть. Забитого, да, до первого забитого. Золотой мяч. Золотой мяч. Все, понял, спасибо. Овертайм. Алан, хотел задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вообще вы себе представляете и видите будущее лиги в целом? То есть выйдет она на олимпийский уровень? Будут ли привлекаться все больше команд из других спортивных дисциплин? У меня лично, как и у нас у всех в этой лиге, цели только одни. Выйти на мировой уровень. Выйти на уровень олимпийского вида спорта, сделать его
максимально приближенным к людям, чтобы люди могли приходить на наши игры, которые мы будем устраивать с семьями, с детьми, с друзьями. Каждую игру мы хотим сопровождать очень зрелищным шоу. То есть, чтобы там были певцы, танцы всякие, разогревали публику, работали с публикой, чтобы ни секунды никто не заскучал. То есть максимально драйва, максимально эмоций. Придерживаясь этого уровня, я думаю, мы можем пойти очень далеко. Здравствуйте, меня зовут Самвел, я скоро до Сургута приехал. У меня такой вопрос. В дальнейшем будет организовываться детская лига в РСБЛА? Про детскую лигу мы пока что не думали, но думали и обсуждали уже женскую лигу. Там уже много ребят интересуются, девушки тоже интересуются, пишут по поводу этого. И мы это обязательно рассмотрим после того, как пройдет первый кубок. Алан, хотел узнать, что по поводу замен? Сколько допустимых замен в игре? Замены в неограниченном количестве. Неограниченно? Да, замены, как ты можешь меняться постоянно. То есть один игрок устает, выбегает, сразу же вместо него выбегает другой игрок на ковер. Здравствуйте. Я вот нечаянно сюда попал и уже посмотрел, погуглил. Ну зачем? Да. Он просит меня встать. Да. И я, пока вы разговаривали, я смотрел в рестбол, то есть многих людей, которые сидят здесь за столами, увидел. На самом деле очень интересно, как обывателю, как не спортсмену. И один вопрос интересует, который, ну, в нашей стране, я думаю, очень насущный. Вот призовой фонд 10 миллионов. Скажите, пожалуйста, после победы, после налогов, после всех расходов, после всех, сколько остается оттуда чистыми на команду? Просто 10 миллионов, вот. Это цифра, никто никому не должен, полностью будет отдается сумма командам. Чисто 10 миллионов. Все, спасибо. Это призовой фонд. Это круто. Вот, давайте поясню. Кубок Гран-при проходит. Первое место забирает 10 миллионов рублей. Второе и третье место не забирают ничего. Может быть, какие-то там утешительные призы, конечно же, сделаем от лиги. Но сделано это именно для того, чтобы было рвение и было хотение именно выиграть игру, а не утешаться там вторым или третьим местом. Мы-то не переживаем, потому что мы заберем это, да, 10 миллионов. Просто вот наши братья рядом тоже как-то хотелось бы с ними поделиться. И вот, наверное, третье место, кто там будет. Вот. Дать им что-то. Я думаю, что призовой фонд должен все-таки как-то делиться, да, потому что первое место — это хорошо, но второе, третье, ребята, которые будут бороться, тоже, думаю, заслужили чего-то. Это мы их оправдываем просто. А вот, Сергей, хотел задать вопрос. А вот на Гран-при, когда будет из 7 команд, там как получается? Будут две подгруппы, из 8 команд. Из 8 команд. Две подгруппы, получается, будет, да? И из группы две команды выходят, да? Конечно. Все, понятно. Две команды, две команды тут, две команды тут. И две из них выходят дальше. Две выходят, да? Полуфинал и финал, да? Да. То есть они разыгрывают полуфинал. Жеребьевка будет 16 июля на ВТБ-арене, где будут присутствовать все 8 команд, все 15 игроков каждой команды, все будут на ковер и будут представлены. А в пуле сколько игроков? Играет 5 на 5. 5 на 5, да. Семеро на замене. А в заявку на игру сколько? 15. 15 человек, да? Все понятно. Все, спасибо. Я извиняюсь, можно вот вопрос к залу там? Конечно же. Вот вы представитель команды «Гризли», да, как я понял? Ранее мной было сказано, что, ну, про вашу команду, она называлась «Русские медведи», правильно? Я высказал там, что это медведи, которые у нас в русском цирке участвуют. И, ну, я не, как бы, не задеть, поэтому сказал, ну, просто я, как бы... Я понял, ну, эту ситуацию, да, в момент. На самом деле, ну, просто у меня, знаешь, вопрос такой вот возник сейчас. А почему «Гризли»? Переименовали команду «Русские медведи», потому что у нас в лиге уже есть команда «Медведей». Она сидит вот тут справа. Это United Russian Fighters. И именно поэтому мы назвали команду Ростовского именно «Гризли».
Алан, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что когда в других организациях, в поп-индустрии, в ММА бывает часто, когда бойцы получают различные травмы, некоторые организации, конечно, помогают им в лечении, компенсируют какие-то части. Есть ли здесь, мы знаем, что это травмоопасный вид спорта, и какой-то из игроков получит какую-либо травму, организация поддержит этого игрока, поможет ему в лечении, и то есть вывести его обратно в страну? Обязательно, это даже не обсуждается. Лига возьмет на себя все обязанности по лечению травмированных игроков, конечно же. Я хотел вам еще рассказать, что, если вы все заметили, у каждой команды есть символика, которая в виде животного какого-то. То есть у URF медведи, у Правды носороги, у Белых Львов – львы, конечно же, у Сколково – крокодилы. И также в дальнейшем команды, которые будут участвовать в лиге, также должны будут подбирать себе символику в виде какого-то животного. А у меня вопрос к Дауду Кельбихану Стханскому. Также, когда мы записывали с вами небольшое интервью, сказал, что Радик Валев капитан, вы являетесь два капитана команды. Вы капитан команды ЮРФ, Радик Валев у нас капитан команды Сколково. Ты сказал, что очень сложно придется пройти через тебя, Радику Валеву. И как ты вообще настроен сам на эту игру? Всем привет. Ну, настрой у нас у команды всех одинаковый, боевой. Вот. А с Радиком мы еще встречались во Владикавказе. Так что мы и там с ним вопрос решили, так что все нормально. Мы он не прошел тогда в Владикавказе, поэтому 16-го, наверное, тоже не пройдет. Это я сохранял себя на 16 число. Все четко. Мы в Осетию вместе летели домой, раз после его боя. Заходит он весь такой в очках, уверенно заходит, и потом, когда он очки снял, я, честно говоря, испугался. Я думал, мне тут точно не стоит проходить ему в ноги. Он недавно выиграл бой, и я хочу тебя поздравить. Спасибо от души. Капитан, капитана от души. Спасибо. Победой. Ну, от нашей команды Радика мы тоже так или иначе поздравляем за то, что зацепился за третье место. Ну, дальше больше, ты сам знаешь. Вольная борьба, я так-то большой фанат вольной борьбы. Я всех ребят, кто сидят, я всю, ну, всю борьбу смотрел, знаю, поэтому... Вам удачи, пацаны. Спасибо. Как говорится, борьба вольная, публика довольная. Один прогиб, и ты погиб. У меня вопрос к Шамилю Жахпарову. Шамиль, скажи, пожалуйста, кстати, поздравляю тебя тоже от всей лиги рейсбол с титулом, то, что ты завоевал у нас титул в категории 60 до 66 килограмм. Поздравляю. Тебя приняли в ряды URF, теперь ты смело можешь называть себя, я из команды URF. Ты горд тем, что ты попал в эту команду, и вот сегодня ты уже находишься здесь за такой короткий промежуток времени и будешь представлять эту команду, также играть вместе с ними. Расскажи свои эмоции об этом и как тебе? Всех приветствую. Да, я благодарен команде URF Rocky за то, что я нахожусь в этой команде. Дали мне такую возможность подготовиться. Лендруш пригласил в команду, я уже ранее об этом говорил. 2 месяца готовился у них, помогли также еще ребятам, взяли моего брата и ученика Малика, и имама. Вот. Это сильная команда, дружная, друг за другом. Ну ты же можешь говорить, мы сильная команда. Да. Уже мы сильная команда, да, ну я говорю, в общем, вот. Мне приятно находиться в этой команде, эмоции. Вот, я буду дальше двигаться вперед. Впереди у меня бой 23 июля с Тимуром Золотым по боксу. Вот, и дальше также на голых кулаках топить. Недавно у вас прошла открытая тренировка, где ты уже лично сам познакомился с рестболом, поиграл. Скажи, пожалуйста, ты уже понял, какие фишки будешь применять в игре? И как ты будешь вести? Тактику какую-то придумал для себя? И как тебе вообще игра рейсбол? Мне понравилась игра. Играли. Я думаю, что игра пройдет на уважении, как уже говорили ранее ребята до меня, потому что это больше привлечь молодежь к спорту. Будут смотреть ребята.
молодое поколение на нас, профессионалы, команда борцов у нас, ребята, профессионалы, и также в других командах. На уважении, без травм, потому что впереди старты. Ну, всякое может случиться, потому что там борьба, броски. Вот у меня тоже там, как там схватка была перед игрой, получается, там борьба была. Да, то есть за мяч. Боролись. Вот я сам изначально начинал с вольной борьбы. Вообще спорт пришел, изначально занимался вольной борьбой полгода. Выступал там на городе, на области. И потом как бы перешел дальше в рукопашный бой. И пошло-поехало. У меня есть тоже вопрос. Каким составом, именно основным, команда ЮРФ планирует выходить на игру 16 июля? Состав сейчас мы не будем, наверное, оглашать. Именно вот основная пятерка, которая тут сидит из вас. Ну, я не знаю, вот у нас есть капитан Станский, да. Ну, всей командой решим, да, кто как будет готов к матчу. Ну, 16 числа, да, все узнаете, все увидите. Когда мы были... Тогда этот вопрос такой, Сколково в рейсбол определились-то составом? Сколково рейсбола? Просто нам тоже сказали, состав, что будут много, мы-то видим... Оппозиция сильная, но основной состав будет. Вот, Радик. Рокки, я отвечу на этот вопрос. Давай. Основной состав сейчас сидит слева от меня. Это, ну, к нам добавились новые лица. Не хватает здесь Садулаева Абдулрашида, Алихана. Джабраилова, да? Да, Джабраилова. И Галоева Вадима. Так, у нас детский вопрос. Меня зовут Варкез. Я хочу задать вопрос команде ЮРФ. Кто из вас является самым лучшим игроком в рейсбол? Мы одного не отметим. Мы отметим вот пятерых игроков, наших братьев, которые мы считаем, что они лучшие. Вот это пятерка. Не будем их разделять по кого-то именно одного. Пятерка. Потому что это команда. Там в команде все должны быть сильные, чтобы как-то это было бы добиваться успехов. Поэтому там в команде не может быть один человек. Это пятерка наших друзей. Спасибо. Зрелище предстоит очень серьезное, я считаю. Потому что я видел игры обеих команд и... Будет очень интересно. Можно вопрос задать еще один? У меня вопрос к Захару Амаи. Захар, скажи, пожалуйста, у тебя была недавно травма, вроде ты ее уже залечил. К сожалению, ты выбыл на некоторое время из строя, из боев. Желаем скорейшего выздоровления и уже увидеть тебя в рядах, в боях, и чтобы ты радовал нас, свою аудиторию зрелищными боями. Скажи, пожалуйста, эта травма тебе не помешает играть в игру? Нет, вообще не помешает никак. Я же ее залечил. Вот скоро увидите меня. Может, в августе, может, в сентябре посмотрим. Сперва по боксу, а потом по кулачке. Вот. А так не мешает. Мячик взял и побежал. Кинул в кольцо. А как же броски? Все будет. Все будет. Не переживайте. Изинскими авиалиниями обещаешь кого-то? 100%. 100%. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Да, здравствуйте еще раз, Евгений. Меня интересует такой вопрос. Вообще уходы, ауты, спорные мячи, что ожидается? Ауты есть, конечно же. Ауты есть из-за боковых линий. Спорные мячи, это если за мяч борется более чем 5 секунд, то есть не может один у другого забрать, подкидывается спорный мяч. Все, и игра длится, тайм 12 минут, правильно я понимаю? 3 периода по 10 минут. По 30? 3 периода по 10 минут. А, по 10 минут, все, услышал. И еще такой, да, вопрос вот спортсменам. Здесь сидит лагерь у нас бойцов, да, ну, грубо говоря, а здесь борцов. Вообще есть какая-нибудь у бойцов тактика против вот борцов? Я сам как бы, ну, тоже против борца, мне очень трудно, да, играть в рэкбол. Вот, может, вы что-нибудь поделитесь каким-нибудь лайфхаком, чтобы понять, как против них вот вообще бороться?
Да, тактика у нас есть, тактика у нас победная. Тактику мы только 16 числа сможем показать, потому что против борцов сейчас, да, озвучивать не хотим. Поэтому 16 числа все увидите. Геймплан не разглашается. Все, отлично, тогда увидимся 16 числа еще. У Артура вопрос. Судья какой будет выбран? У него будет предпочтение к кому-то? Вдруг он любит бои и будет им больше как-то помогать? Или какой будет судья? Нет, главный судья лиги у нас уже есть. Это Денис Бергман. Вы с ним знакомы, также и вы с ним знакомы. Это абсолютно нейтральный судья, который... Он спортом не занимался? Он баскетболист. А, все, понял. Тогда он будет, наверное, судить честно. Судью, если захочешь, можешь запустить его в воздух. А этот еще вопрос. Вот, там кто-то сказал парашют одеть, да? Вот столько парашютов где найдете? Ну, где можно взять? У тебя возьмем парашюты, там. Где можно? У нас же свои авиалинии есть, поэтому там под каждым креслом всегда есть парашют. Ну мы же открыли вот авиалинии свои, сколковские авиалинии. Мы можем вам предоставить парашют, если не хватает, может. Вы же вот пять пацанов позвали, мы можем вам еще донести 5 парашютов, если надо. Тебе надо будет 2 одеть, ты слишком большой, все, тебя удержал там. Все, 5 еще будет. Расул, скажи, ты когда-нибудь играл в рестбол? Как ты себя видишь вообще на этой игре 16 июля? Твоя именно позиция? Ну, я изначально вольник, у нас с детства эту игру играли. Более понимаю их уровень теперь. Миллион лет не играл, но сейчас придется вспомнить все. Функции и всю скорость, которая там есть. И чтобы все интересно было, в первую очередь, и смешно. Ждете Расула Мирзаева 16 июля на ВТБ-арене? Только не ломайте по-братски. Напишите в комментариях. Я смотрю на вас, особо больших нет игроков, а вот этого тигра кто удержит из вас? Мы играли в прохладном, там были большие, я большие, да? Эта масса ничем не помогала. Там масса особо роль не играет. Там главное скорость. Вы можете спросить у вашего товарища Рашида Хаджимурада. Он это прекрасно знает. Он тоже небольшой, но больших очень много останавливал он во время регбола. Так что масса роль не играет. Там главное мяч и кольцо. Физически же нужно удерживать тоже, я в этом плане. Технически зачем удерживать? 5 секунд всего лишь дается. Физически, ну... Хаджимурат, скажи им, физически надо удерживать или нет? Просто подскажи ребятам, нужно он или нет. Он сейчас в нашей команде, вы сейчас договориться хотите? Не, ну какая разница, мы же в одной команде, у нас больших нету, ну, которые играют в основе, да? Но, ну вот смотри, вот насчет парашюта скажу, парашют мы же там летать не собираемся, мы мяч будем кидать. Нам зачем кидать? Нам очки дают за что, Алан? Напомни про его. Очки за забитую корзину, конечно же. И за борцовские схватки. Но это всего лишь 6 очков. А на 6 очков она игра не остановится. Там будет больше мячей. Конечно же. Ну вот смотри, я просто к примеру скажу. Допустим, в нападении Шустри прибегает и хочет забить в кольцо. А здесь вот он стоит. Как ты забьешь? Он просто поймает, а может унести в сторону. Ты понимаешь, большой, да, он, да, большой, но мы не такие большие, мы тоже не медленные. Ну, да. Мы быстро, мы так будем обыгрывать, оббегать будем их всегда. Они уже помнят прохладно, что было. Они вам подскажут тебе. Тебя не было просто? Спроси у твоих товарищей, что там было, и все, да. О, это что-то личное уже. Вот спроси, первую игру они с нами попадались. А ну скажи, что это? Я хотел. Это было давно неправда. Артур, я тебе скажу. Чермен, подожди. Артур, я тебе скажу, они нас просто недооценили, когда вышли. Да, было такое. Было, недооценили, да? Просто. Да, они просто сейчас недооценили. Будет другая игра. Вот это хорошо. Мы посмотрим, вы что-нибудь взяли, уроки какие-нибудь или нет. 16. Потом этот, в финале вас наш второй состав выиграл с Красноярска. Какой второй состав? Второй состав с Красноярска. С Красноярска? Да. Нет, выиграл, да, выиграл. Но там я не скажу, что второй состав был. Там у вас были 2 профессионала. Это мы второй просто отправили туда. Как? Основной у нас Красноярский был, не поехал. Ну, пускай сюда приедут, и мы посмотрим, что будет. Давайте дождемся 16 числа и увидим, что как. 16 число все видно будет. Извините, а можно еще вопрос? Вот, допустим, сейчас кто победитель, имеет какое-то преимущество потом же? Вот. Нет. Сейчас это выставочная игра, чтобы мы показали публике, аудитории, что такое рестбол, и тем самым мы просто открываем, презентуем кубок, который пойдет в сентябре. Товарищ, как товарищеский матч просто. Товарищеский матч, конечно же. Все.
Алан, можно вопрос? Вопрос, конечно. Да. Сергей, имя мое. Скажите, пожалуйста, а по кольцам, почему кольца на таком уровне опущены? Это, ну... Кольца опущены на 2,70 именно для того, чтобы создать зрелище. Потому что не каждый день увидишь борца, который данчит. То есть из-за зрелищности, да, все это продумали? Запрыгивает, да? На кольцо, да. Все понятно. Такого хорошо не увидишь. И это придает зрелище и охоту смотреть. Ну, 16 числа, надеюсь. Тренировки по рестболу советую проводить. В этих тренировках очень много данков. Во-первых, потому что данки дают 2 очка. И также это очень красиво и зрелищно. Это... Люди будут это запоминать. Всем здравствуйте. Меня зовут Масис Акобян. Вот вы про технику и физику говорили. Как сказал мой тренер, физика выигрывает технику, а дух выигрывает физику. Так что URF, братья, мы с вами. И у меня вопрос... Спасибо. У меня вопрос к Алану. Вот мне интересно, а какая команда считается фаворитом? На данный момент фаворитами считаются команда Сколково Рейсбол, конечно же. Ну, это лично мое мнение. Фавориты команда Сколково Рейсбол. А букмекеры как считают? Букмекеров у нас нет. А самая хайповая команда, это, конечно же, URF. Самая хайповая, самая медийная. Мы вам медику поднимем немного, ребят, у вас там чуть-чуть отстает. Так мало народу знает, мало приходит. Даже если у нас игра чуть-чуть не пойдет, будем рады поделиться. Мы просто говорить много не любим, мы делом все делаем. Показываем. Я бы не сказал, в розовой футболке парень очень много говорит. Не в розовую, а в оранжевую. В оранжевую. Что-то надо говорить сейчас. Если есть что сказать на это. Не, он прав, мы все делом доказываем. Вы на самом деле хайп, это четко. Мы поучимся у вас этому, это нам тоже нужно. Конечно, взаимно. Лично. Научи меня лично хайпу. Я тебя научу хайпу, а ты мне борьбе. Вот у меня тоже как вопрос к Сколково. Ребят, подскажите, почему вот именно вы вот заслуженные такие борцы, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы, вот очень титулованные ребята. Но скажите, почему вот, по вашему мнению, вокруг вас нет вот такой вот медийной хайпа, медийки? Почему именно так? Скоро будет, потому что появляется рестбол. Насчет чего вы задаете? Почему ты такой-то... У ребят медик это не как, они известные ребята. Почему? Там есть у них Сайдулаев, у Заурбека, есть вот подписчики. Да, есть... Аудитория большая у них. Почему? Борцов тоже любят, а аудитория есть. Учиться не надо, потому что от нас что учиться? Там мы... Ребят просто любят, поэтому к ним тянутся. Они не хайпуют нигде, не ведут какую-то грязную интригу, не провоцируют никого. Просто они такие, какие они есть. У них своя аудитория, у ребят, которые их любят, у них своя аудитория. Конечно, поделимся всей аудиторией. Просто, не знаю, здесь каждый из нас преследует мечту, и мы только на этом зациклены. Мы не можем еще думать о том, как бы что красиво сказать, или как-то себя красиво преподнести. На это просто времени нет. Я думаю, каждый это понимает из нас, поэтому... Заурбек Угуев, олимпийский чемпион, хочет задать вопрос кому-то. Здесь уже многое сказано было. Просто 16-го мы покажем свою игру и достойно выиграем их. Уверенное заявление такое от Заурбека Угуева. Ну мы да, мы уверены из-за этого. Мы... Они очень уверены в себе. Уверенности в себе этим... Двум командам не отбавлять. Я бы хотел еще задать вопрос Рокки. Рокки, как ты оцениваешь вообще навыки игры рестбол команды Сколково? Ну, конечно, вопрос такой, как оцениваю игру, когда ребята играют по 15-20 лет в одну и ту же игру каждый день. Но я считаю, что действительно ребята фавориты, да, учитывая, что это ихняя база, у них состав вообще борцы. Это, как сказать, гордость нашей страны. Уровень у них сильный, игра будет жесткая. Пусть победит сильнейший. Спасибо, Рокки. Меня зовут Акоп, и я хочу задать вопрос, сколько игроков выходит на ковер? Акоп, на ковер выходит 12 игроков. Одна команда 12 человек,
и другая команда 12 человек, но принимают участие в игре именно 5. 5 на 5. Я хотел еще дополнить один момент. Все говорят, что борцы играют в рестбол всю жизнь. И на самом деле это так, но в этом есть чуть-чуть такие нюансы, потому что рестбол – это новый вид спорта. На базе, да, но там есть именно правила, которые также борцы с этими правилами сталкиваются в первый раз. Но именно база бега с мячом, бросками у них есть, конечно же, но им тоже придется столкнуться с новыми правилами, такими как, например, рестлер. В рестболе есть позиция игрока одного, называется она рестлер. Этот игрок имеет право один раз за период напасть на игрока другой команды, на любого, без мяча он, с мячом он, и может провести на нем бросок. Тем самым он зарабатывает команде 2 очка. И это у них есть только один раз за один период возможность это сделать. Никто не знает. И игрока без мяча, игрока с мячом, неважно кого, рестлер может в любой момент игры атаковать. То есть сзади взять. Это сделано для того, чтобы все игроки всегда были на чеку. То есть команда URF, только команда URF будет знать, кто у них рестлер. Команда Сколково будет знать, кто у них рестлер. И этот рестлер один раз только может попробовать провести борцовский прием на игроке. Вы, походу, с Джабо долго составляли правила. Это правило я лично придумал. А если бросок не удался, то вторая попытка будет? Нету. Все, исчерпывается. Сразу сгорает, если попытка. Да. Алан, вопрос такой. А вот бросок этот амплитудный может быть, да, прогибом, как вот греко-римцы, да, могут бросать, так? Можно. Со спины он может любой подойти. Любой бросок, любой прием, бросок, прием, неважно. То есть один из команды есть рейсер, который может подойти со спины, прихватить и прогибом бросить игрока. Может. Да? Понял, все, спасибо. То есть это сделано именно для того, цель этого, чтобы все игроки всегда были на чеку, что в любой момент кто-то может... То есть, если бросок проходит, и бросок проходит, 2 очка зарабатывает 2 очка, команда, да, если проходит. Команде. Спасибо. И только один раз можно это использовать. Во втором периоде уже будет новый рестлер. Команда назначает рестлером другого игрока, потому что не будет уже интересно, все будут знать, кто рестлер. Так что подумайте, у меня вопрос команде URF. Кого бы вы выставили рестлером? Вы сначала говорите, что мы должны знать об этом, а они должны. А сейчас вы говорите, кого бы мы выставили? Просто кого бы вы выставляли? Тяжелого игрока какого-то? Или который поменьше весом, чтобы он мог подобраться быстрее? Расула Мирзаева. Он единственный борец. У меня вопрос к Алану. А что вы можете вообще пожелать обеим командам в преддверии их игры? Обеим командам я бы хотел пожелать побольше данков. Сверху. Я думаю, это будет самое такое, на что захочется смотреть. А что будет более эпично смотреться? Данк? Красивый данк или красивый бросок? Я думаю, красивый данк. Броски мы уже все видели много, когда борцы делают броски. А красивый данк, когда борец или боксер запрыгивает на кольцо и делает шикарный данк, такого нигде не увидишь. А из команды Сколково, кто из вас лучше всех данчит? Как вы думаете? Радик? Говорят, ты самый лучший данкер. Они даже хорошо не знают. На кольцо. Я видел. У нас просто все хорошие, знаешь. Все. Базара, не сомневаюсь. Но если вы говорите, что у вас все хорошие игроки, почему вы выбрали Радика Валиева именно MVP вашей команды? Если вы говорите, что у вас все хорошие игроки. Спасибо за такой прекрасный вопрос, брат мой. Он самый харизматичный из нас из-за этого. А то есть харизма является выбором лучшего игрока команды? Конечно. Только харизма? Ну, когда тяжело выбрать, приходится подключать харизму уже. Он у нас самый харизматичный. Почему вы думаете, что лучший игрок должен быть капитаном? Ну, я не знаю, так не я считаю. Ну, они выбрали его командам. Капитан это же не означает, что там он лучший капитан игрок. Капитан это тот, который держит дисциплину. В команде, там, которого прислушиваются, но не означает, что он должен быть лучшим игроком. Не, ну он является уже у них MVP. Он уже является лучшим игроком. Мне поэтому интересно, почему они выбрали именно его. Еще было мало игр, чтобы говорить конкретно о том, кто MVP. Я думаю, ребята говорили чисто в своем узком кругу, по-дружески называли его MVP, потому что он
во время игр именно больше всего проявлял активность Радик, и, может быть, люди со стороны увидели это именно так. Скажите, пожалуйста, а в дальнейшем, когда вот пройдут уже гран-при, пройдут еще какие-то определенные игры, и когда уже после этих игр определится из каждой команды MVP, будет ли он как-то награжден, будет ли у вас какая-то своя зал, ну, свой зал славы, так сказать, лучших игроков, и будете как-то вы их номинировать? У нас будет вестись статистика каждого игрока, то есть заброшенный, обычный, трехочковый, данк, то есть броски, как он себя проявляет как рестлер, если он рестлер. То есть полная статистика каждого игрока будет вестись, и от этого будет, ну, все будут отталкиваться, кто из них лучший. Кто лучший в данках, кто лучший в трехочковых, кто лучший в бросках, кто лучший рестлер. Кто как себя проявляет. Но вы планируете зал славы сделать? Пока что, я думаю, рано об этом говорить, про зал славы. Посмотрим, всему свое время. Время покажет. Спасибо. А помимо главного приза 10 миллионов, будут какие-то поощряться еще призы там за лучшего игрока, лучший бросок? Конечно турнира, же. Конечно же, обязательно. Лучшая травма, не дай бог. Это все обсуждалось. После каждой игры будет назначаться лучший игрок, лучший данкер, лучший там, кто забивает трехочковые игроки. Все это есть, и вы все это увидите 16 июля. Алан, а лучшее празднование гала тоже будет поощряться как-то? Лучшее празднование гала — это уже лучший танец ваша, тоже будет. Ваша фантазия. Лизгинка, пожалуйста. Лизгинка Катя. Проявите себя. Лучшая забитая корзина. Пожалуйста, лизгинку в ход можно запускать сразу. Алан, у меня к вам вопрос. Вот вы говорили то, что держите в секрете восьмую команду. Но до меня дошел слух из моих личных источников, то, что Магомед Исмаилов, Ислам Махачев вроде как собирает свою команду. Исмаилу сначала колени надо лечить. Есть такой момент, но есть команд несколько уже, на самом деле, на примете. Мы сейчас выбираем именно одну из них. Мы все это вам объявим, покажем на игре 16 июля. Пусть это будет лучший сюрприз. Не буду сейчас называть название этой команды. Как раз вот наши друзья переживали, что у нас тяжа нету. Вот учитывая, что мы их так уважаем, вот у нас Гаджи прилетел, приехал с Москвы именно. Вот наш тяж. Гаджи на груза. Автомат. Гаджи, автомат, так что, братцы, не переживайте. Если там будет возле кольца, то где мой тяж? Вот. Давайте сделаем сейчас битву взглядов, стейрдауны, которые, я уверен, вы не останетесь равнодушными. Радик, прошу. Даут. Капитан команды Сколково Рейсбол Радик Валиев. Капитан команды URF Даут Санский. Заурбек Сидаков и Лендуш Акопян. Заурбек Коцев против Игоря Кокоева. Эрик Джуев, Гаджи Автомат. Артур Найфонов и Захар Изидамаи. Алик Хадарцев, Шамиль Джахбаров. Чермен Валиев, Расул Мирзаев. Заур Угуев, Ахмед Дибиров Магомед. Гаджи Мурат Рашидов и Мутаев Шамиль. Расланбек Кажамалова и Гасанов Магомед. Али Магомадов и Ролан Кавали. Всем рестбол! Всем рестбол!